граненые стаканы, давно не видела. Акция. Нормальный стеклянный стакан. Парфюмерных, смотрю, краски для волос интересуют. Лонда. Лонда, что я покупаю. Гарниер. 45-46. Хлеб. Белохлеб, я бородинский, вот цены. Багеты. Французские и казахские я взяла. Чем отличаются, не знаю. Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Наконец-то сделаю съемку на природе. Получилось сегодня выйти, закупиться понедельник. Людей в супермаркете не очень много. Что надо было, купила. Тут немного побудем. И вперед. Сейчас покажу свои покупочки. Во фреше покупала. Первым делом взяла, вот покажу. Пирог детям. Покажу дочке. Взяла ей этот слезы ангела, чтоб попробовали. Слезки такие. Так, бананы давно не покупали. Уже по 30 гривен. По 30,99. Вот ветку бананов. Ну, я люблю бананы. Как я клубнику не ем, то купила бананы. Вот это печенье купила. Будет торт без выпечки, что-то придумаю. По 40 гривен с какао. Такое, видите, оно будет укладываться хорошо. Хлеб бородинский. 17, по-моему, гривен. Так, багет мне нужен. Я хочу бутербродики хорошенькие сделать. Печенье все так же на торт без выпечки пойдет. Что-то придумаем. А если нет, то скушаем. За 10 гривен крабовые палочки. Может, твой салатик. Вот такую моцареллу я никогда не покупала. То попробую хоть. Еще бывает акция такая шариками хорошая, немецкая моцарелла. Это наша, Рожковый рай. Ну, попробую, что она такое. Она по 140, по-моему, сейчас скажу. На 32 гривны. Плохой, то буду обижена на них. Кабачок взяла по 4,88. Такие большие уже продавались во фреше, маленькие. Или с утра разобрали. Конфетки вот эти, фруктовые такие, карамельки фруктовые. У меня есть рецепт печенья, надо будет сделать с этими конфетками. Творожок я люблю детский, 9 гривен. Конфетки на 35 аж, по 109. Во фреше дорогие конфетки, в торбу не поехали, там дешевле. Ну так уже получилось. Вафли. По 57 гривен на 6,95. В общем, вот такое. Чтоб что-то важное, то нет. И всего вот такая сумма, 210 гривен. Вот такие покупочки. Хотела еще черешни, думала, может быть, есть. Нету черешен. Была молодая картошка по 12, крупная уже. Но у меня еще мелкая есть. Я ее люблю, но не позволяю уже так есть все время картошку. Вчера сварила борщ, мне будет борщ. Для мужа, может, захочет картошки молодой с чем-нибудь. Вот такие покупочки. Вот такая погода. Чтобы загорать идти или плавать в озере, еще не сезон. Не знаю, уже почти пол июня прошло, но никак не установится тепло. Хотя я смотрю, блогеры показывают, в Харькове жарище, по-моему, и в Днепре тоже жарко, где там еще и в Киеве так тепло, но у нас пока еще в западной части Украины у нас еще вот так. Так что вот такая сегодня прогулка, вот такие покупочки. До новых встреч, всего вам доброго, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео, ставьте лайки и до новых встреч и всего вам самого доброго!